Четкие слаженные движения, серьезная скорость и ни капли робости в глазах юных спортсменов. Крутой спуск горы, от которого захватывает дух у зрителя, для ребят стал давно родным. На лыжи многие воспитанники Ларисы Караваевой встали впервые еще в 4 года. Сейчас за их плечами годы тренировок. Копилка наград лыжников с каждым годом пополняется новыми победами и достижениями. Катаюсь уже здесь 6 лет. Вот пришел вот я маленьким, 4 года. Как мне говорили, я сначала ничего не умел. Мне даже сказали сюда больше не приходить, но я вернулся. Как видно, что я сейчас здесь стою. И выступаю. 2023 год воспитанники Ларисы Караваевой начали с побед. В конце января юные спортсмены успешно выступили в Нижнем Новгороде на соревнованиях памяти Александра Сигень. Первое место заняла Мария Антипова, Тимофей Венцель и Андрей Веселов взяли серебро, а Владу Буринину присудили бронзу состязаний. Первые соревнования мы смогли потренироваться только один раз, потому что у нас не было снега. Все наши школы, нижегородские, у них есть пушки, и они уже с 26 ноября открыли свой сезон. И когда мои дети попали на пьедестал с одной тренировкой, нам и строитель говорит: «Саров, как вы опять здесь оказались на пьедестале?» Я говорю: «Ну, наверное, по старой памяти». Сейчас ребята готовятся к новым соревнованиям, которые пройдут в конце недели в Хабарском. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.